Аптечные прилавки пестрят яркими коробочками самых разнообразных витаминных комплексов. На упаковках одних обещание улучшить память, внимание, работоспособность. Другие же предлагают оздоровить кожу, ногти и волосы. Назначить витамины самому себе все же ни один врач не рекомендует. Несмотря на то, что с наступлением весны многие люди считают необходимым начинать их прием. Но насколько нужны витамины и медикаменты в целях профилактики? Рассуждая на эту тему, мы отправились искать ответ в университетскую клинику «Казань». На сегодняшний день и вообще витамины назначаются при гиповитаминозе, да, недостатке витамина, и при авитаминозе, когда витамин не поступает, да, в организм, при клинических таких ситуациях. И следует сказать, что на сегодняшний день диагноз практически авитаминоз практически не диагностируется, да, гиповитаминоз очень редко диагностируется. Если человек нормально питается, да, принимает все виды овощи, фрукты, да, мясные изделия, крупы, да, то, в общем-то, нет смысла никакого дополнительного приема препаратов витаминных, потому что, в общем-то, недостатка витаминов в его организме возникнуть не должно. Бытует мнение, что восполнить необходимый запас витаминов одним лишь питанием невозможно, но это миф. Также оказалось заблуждением, что витаминный комплекс дарит энергию и силы лишь на малый период времени, а после его приема существует риск заработать проблемы со здоровьем. Но как тогда на самом деле срабатывает витаминный комплекс? Попробуем разобраться. Витамины играют очень важную роль в обмене веществ. Они являются необходимым компонентом многих ферментов, коферментов в нашем организме. Участвуют в очень многих процессах, да, нужны для реализации эффектов гормонов многих. Да, и сказать, что витамин действует конкретно на конкретный один орган, а на другой орган не действует, это будет неправильно. Да. Он в целом действует за счет влияния на весь обмен веществ, в целом на все органы и системы и клетки организма. Если рацион будет богат полезными продуктами, этого будет более чем просто достаточно, чтобы обеспечить свой организм требуемыми витаминами. О чем рекомендуют позаботиться врачи университетской клиники «Казань» уже этой весной и летом. Тем более, что ресурсов для этого довольно много. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.